Рейн. Раньше Нью-Радио дышал жизнью, в нем чувствовалась свобода. То был наш золотой век. Точно говорю. Жаль, тогда я был глупым и не умел ценить то, что у нас было. А теперь за нами следят, за каждым нашим движением. Сегодня уличных художников в Нью-Радио не жалуют. Попадешься и пиши пропало. А если еще не попался, то все время будешь убегать и скрываться. Сегодня уличных художников в Нью-Радиусе не жалуют. Теперь за нами следят, за каждым нашим движением. То был наш золотой век. Раньше Нью-Радиус дышал жизнью, в нем чувствовалась свобода. За каждым нашим движением. Все время будешь убегать, за нами следят. Я оказался в этой заваруде. Я же только хотел подняться, прославиться. Недаром бабушка говорила, седина — это божья графика. Теперь я ее понимаю. Сколько раз я тебе велела забыть про свою мазню. Тоже мне искусство. Город поганить. Улица погубит тебя так же, как погубила твоего отца, если пойдешь по его стопам. Колтрейн Кроули, уйдешь сейчас, обратно можешь не возвращаться. Почувствуйте энергию. Идите на свет. Слушайте Карен Лайт. Добрый вечер, дорогие граждане Нью-Радиуса. С вами Карен Лайт. Представитель мэра Мигеля Сунга объявил сегодня, что господин мэр приложит все усилия для того, чтобы навести в городе чистоту и порядок в рамках программы «Новый город, новая жизнь». Эти манифестации яйца выеденного не стоят. Чёртовы хиппи доморощенные. Нахрен! Ладно, отстой. Лошара, это территория вандалов Нью-Радиуса. Чья стена? Эй, мочите засраться! Ты самоубийца. Ладно, как скажешь. Кого ты меня принимаешь? Уберите от меня этого урода! На людных улицах и там, где есть камеры журналистов, ФСК играет по правилам. А в укромном переулке могут забить тебя до смерти. Я сваливаю! Херня на постном масле!
быстрее, придурок! Знаменитый пол-ярд. Если оказался здесь, то чего-нибудь точно достигнешь. Тут все начинали. От Коп-2 до Дельта, Тацкрю, Тикиц, Мод-2 и остальные. В тот день я многому научился. Блин, да вы издеваетесь! Что это за жирная мразота? Давай, попробуй меня прямо в лицо назвать, да, жерде. Да, отлично пошло. Сейчас бац! Думаешь, это смешно? Я только откинулся, придурок. Мы таких нигеров, как ты, каждую ночь под себя клали. Давай, соска. Теперь у меня есть несколько цветов. Можно попробовать забомбить пару флопов. Пора двигать в пол-ярд. Эй, Гейб, это он, тот чувак, который везде пишет Трейн. Это же Трейн. Гейб, номер 33, глава команды Вандалы Нью Радиуса. Команда Гейба в свое время фактически контролировала юго-восточный район. Чертова банда золотых деток, бесящихся с жиром. Их легко было узнать по сине-оранжевым курткам. Они боготворили команду Старс в особенности центрового Бена Вандала Делистера, игравшего под номером 33. Ладно. Ты что, мой рисунок бомбить собрался? Легенды себя возомнил. Ты что, собрался здесь бомбить? Ты понял, во что вляпался, сынок? Это залет, так что давай сюда баллоны, скетчбук, все давай, и поживее. Заберите все, пожалуйста. Ты труп. Отпусти мой скетчбук. Придурки чертовы! Этот нигер хочет на меня наехать? Гей! Неужели ты потерпишь это? Потренируйся, прежде чем соваться на территорию профессионалов. Это не сказочки. Учитесь, дети! Больно, а? По-моему, ты не туда сунулся, чувак. Это территория вандалов. Я бы на твоем месте обходил заброшенную школу стороной. А за сумку извиняй. Вот, возьми баллончик утешения. О, черт! Поверить не могу, что они меня так уделали. Не обязательно ходить в школу, чтобы получить урок. Когда тебя так грамотно опускают, ты теряешь не только рисунок, но и свое имя. Однако, я не собирался сдаваться. Может, меня и уделали сегодня, но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы получили дополнительную информацию о беспорядках на пересечении 24-й и Мэйн.
По словам представителя мэра, ССК произвела арест преступников, собравшихся украсть дорогостоящие спутниковые тарелки. Никто из офицеров не пострадал. Так все и закончилось. У тебя краска Монтана. Может, выручишь братана? Все вы художники одинаковые. Тебе еще мало? После того, как тебе задницу надрали. Нет, все в порядке. Я слишком крутой, чтобы на вас время тратить. Крутой? Что ж, посмотрим. Это была Тина, девушка Гейба. Тогда я эту еще не знала, иначе 10 раз подумал бы, прежде чем бомбить рисунок. Так кто это? Ты совсем новичок. Это же живая легенда. Это Футура. Да ты что, Футура? Слушай, а ты не нарисуешь что-нибудь мне в скетчбук? Мое имя Трейн. Т-Р-Е-И-Н. Привет. Кажется, я тут единственный, кроме тебя. Послушай пару советов о том, как заполнять книгу. Чтобы войти в историю, нужно знать историю того, что было до тебя, и уважать тех, кто в нее вошел. Если увидишь работу одной из живых легенд граффити на улице, в метро, где угодно, обязательно ее сфотографируй для скетчбука. Скетчбук – твоя Библия. Собирая и изучая чужие работы, ты откроешь для себя многое. Спасибо. Зови меня Лени, чувак. Ладно, держись, Трейн. Охранниками становятся те, кого не взяли в ССК. Старосортный продукт. Нужен новый дом. Заброшенная художественная школа вполне могла подойти. И как же мне туда забраться? Заброшенная художественная школа. Кто-то считает ее своим домом. Пора кое-кому оплатить. За что они на меня взъели? Беги домой, детка, мамуля уже заждалась. Это же придурок, который упер мою сумку! Мы вандалы, придурок! Ты лошара! Это территория вандалов Нью-Радио! Где же твоя команда? Не знаю. Нет, по-моему, еще как... Говори! Беги, чувак, если жить хочешь! Один из бойцов вандалов проболтался о том, куда собралась их команда. По его словам, они пойдут бомбить подземку. Он также сказал, что попасть туда можно будет через люк возле школы. А я заодно напомнил ему, чьей территорией является нынче эта школа. Так, значит, решили меня поиметь? Что ж, ничего, это мы быстро исправим. Я ничего не мог с собой поделать. Куда бы я ни смотрел, всюду видел лишь новые идеальные места для рисунка. Я вошел в раж, и следующим моим холстом должна была стать подземка.
место, но если знать все входы и выходы, можно быстро подняться. То были золотые дни. Пока не появилось специальное покрытие для вагонов. Интуиция подсказала путевые места. Собрался бежать? Антивандалы. Это копы, работающие под прикрытием, ищут и арестовывают райдеров. Известны тем, что одевались под бомжей и заставляли нас побегать. Территория. Чего там рисуешь, брат? Трей. Ладно, пишу, Коп-2. О, Коп-2! Нарисуешь мне что-нибудь в скетчбуке? Пойми, друг, неважно, насколько твой стиль уникален, если его никто не увидит. Чем больше точек забомбишь, тем лучше. И всегда оставайся самим собой. Времена сейчас тяжелые, нас стараются вытеснить с улиц. Если будешь бомбить подземку, не забывай, это дело опасное, так что не зевай, когда проходит поезд. И не наступай на контактный рельс. Да-да, понял. В конце этого тоннеля депо. Типа паркинга, но для вагонов метро. Рай бомбера. Там можно работать не спеша и в свое удовольствие. Да, я все понял. Чего ты ждешь? Особого приглашения? Давай, брат, иди. Делай, что конечно, должен. Конечно, я только хотел сказать... С этим справиться. Неплохо, Трейн. В конце концов, может, ты прирожденный мастер. Проще всего попасть в депо через служебные тоннели, вон там. Но имей в виду, тебя ждет серьезный противник, если ты решил наехать на типа. Приготовься. Пешники мэра. Рабочий, персонал, занимавшийся очисткой поездов, способен надрать задницу похлеще кого-либо. Действуй осторожно или прощайся с зубами. Какой команде? Городские убийцы? Нет, Дюк, я работаю один. Скажи лучше, ты видел парнишку, который в последнее время тусуется с Гейбом? Ты о Дипе? Найдешь его там. Садись в поезд, до Лосали выходи у дороги. И еще, если надумаешь свою команду поднять, дай знать, у меня есть на примете клевые имена. Смотри, твой поезд уходит, поторопись, если хочешь успеть. Станция Лассаль-Авеню. Да здравствуй, Пик!
Дип, значит. Наш красавчик. Он реально помешан на шмотках. Всегда все с иголочки. Все вычищено и выглажено, ни единой складочки. Но не стоит обманываться, парень всегда готов действовать. Назад, чувак! Да ладно! Не такой уж я крутой! Гейб, где лого у вандалов? Отвечай, или поцелуешь контактный рейс? Нет, нет, нет. Ладно, ладно. Это в городе. Мясная лавка Лоренцо. Он наверняка со Сплином и остальными. Да, приходи в район мясников и огребешь по полной. Ты труп, придурок! Я оказался в осином гнезде в самом центре владений вандалов. Пора было как следует им насолить. Заявитесь мне. Узнаю, кто такой ты. Вот так. Эй, если хочешь попасть в логово Гейба, дождись момента, когда грузовик будет заезжать на мясокомбината, проникни внутрь на нем. Логово Гейба находится в закрытой части комбината. Ну что, я помог? Можешь взять меня в команду? Я ж тебе уже сказал. Зацени, что с тобой стало. Тебя любой ребенок может отделать. Одному тебе не справиться. Вандалы слишком серьезные противники. Мы команда или нет? С? Ф? Свободные. А почему свободные? Не понимаю, ну да и ладно. Знаешь что? Сегодня первое дежурство у новичка. Прикрывай меня сзади и не мешай. Все, отойди назад. Я согласен, согласен. Смит? Это ты? Тот самый Смит? Кто спрашивает? Я буду писать свое имя. Я видел твои работы. Неплохо для новичка. Но чтобы стать легендой, важно не количество, а качество. И еще, попробуй действовать более скрытно. Я тебя замерю за счет. Ну ладно. Вот отличное место для тега. Свободные представляют. И что? Давай, считайся к себе! У себя дома ты тоже все разрисовываешь? Я пробрался на мясокомбинат как истинный человек-невидимка. Но я совсем не был готов к тому, что ждал меня кто-то. Когда рубишь мясо по 14 часов в день, ничего не стоит порубить человека. Тебе мало денег? Давай, напрягись, сами. Я видел закрытую часть завода, куда мне нужно было попасть. Но
Но сначала нужно было миновать посты ССК. Ужасно расстроен из-за игры Станнерс, больше ни о чем говорить не может. С чего же ему не быть расстроенным? Деллистер вчера сыграл кошмарно, разве не знаешь? Геннесс, вала! Сплин был правой рукой Гейба. Здоровый доминиканец, выполнявший любое поручение. Он издевался над всеми, кого не знал. Поговаривают, что однажды он принял самого Кри-1, но отнял у него баллон и заставил раздеться и отжиматься до потери сил. За дочь и бомбу своих, как он выражался, девочек, Гейб убил бы любого. Страшнее мог бы только Сплин его мочить. Трейн, тебе лучше валить. Гейб сегодня конкретно не в духе. Спасибо, но я пас. А ты что, с ним? Особый вид подразделений ССК, элита. Они будут патрулировать улицы, вылавливая тех крыс, что портят его прекрасный вид. Мы не какие-нибудь убийцы детей. Комендантский час. Но скоро... Чтоб ты сдох, урод, решил малину запалить! Я же просил никого сюда не приводить. Почему он тебя достает? Ты говорил, что это хорошо. Спокойно, спокойно, Трейн. Познакомься с Белым Майком. Он столько раз меня прикрывал, что я уже не помню. Кулаками машет, будь здоров. Так-так, значит, хочешь быть с нами? Давай попробуем. Мы свободны. Если ты друг Край, то и мой друг тоже. А если кто решит наехать на команду свободный, то пусть готовится к разборкам с Белым Майком. Идем порисуем. Счастливо, Трейн. Что такое, старик? Я тебя уже видел. Ты все с Гейбом что-то не поделил, да? Свободны — это твоя команда. Ты шутишь? Я серьезно. Ты понимаешь, что происходит с городом? Их борьба с райтерами — всего лишь прикрытие, чтобы лишить свободы всех жителей. Ладно, мистер посвященный. Эй, хочешь реально насолить ССК? Я слушаю. Мэр придумал выпустить на линии вагоны с новым покрытием, на который не ложится краска. Хочешь утереть ему нос? Ты со мной?
опять? Как меня достал Гейб со своими трафаретами? Это что еще за херня? Это не график. Почему бы нет? Это чертово художество. Расслабься. Ты так много пишешь, что разучился читать. Читаешь? Каждый сам за себя. Счастливо. Эй, ты куда? Maintains to make melodies for MCs, motivates to break some everlasting. I can go on for days and days with rhyme displays that engrave deep as X-rays. I can take a break. О, Син! Живая легенда! Черт, целый вагон! Эй, потише, парень! Что будешь рисовать? Трейн! Конечно, мне скетчбук. Черт, Рейн, я слышал тебя. Ты на Гейба умудрился наехать. Когда-нибудь я тоже буду бомбить целые вагоны, как ты, Син. Они научились чистить вагоны так же быстро, как мы их бомбим. У них теперь специальные машины для чистки. А с новым покрытием о полной раскраске вообще можно будет забыть. Посмотрим. Ладно, если ты готов пройти через чистящие машины, значит сможешь забомбить целый вагон сверху донизу. Но будь осторожен, там внутри полно элитных патрулей, ССК. Мне была нужна репутация. Да, я буду первым райдером, поставившим свое имя на новый вот это будет патрулей. Все осложняется. Yo, I come from a two-fair zone. It seemed like yesterday I had to take the 2 and 5 to the junction to walk the rest of the way. Looking at the map, there's every single ad you read. The people don't look at each other, they stare straight ahead. Honestly.
Сэр, что вы думаете о новом покрытии для вагонов, на который не ложится граффити? Я полностью за, доколе это не коснется размера налогов. Джек, ты все отснял? Новая жизнь, новый город. Эти слова теперь звучат не так ново после того, как граффитчики вновь победили систему. Вандалы, именующие себя уличными художниками, продолжают упорно бороться с компанией нового мэра по очистке города от граффити. Трейн? Что за идиотская кликуха вместо имени? И что такое КС? Еще один хулиган, требующий внимания. Уверяю, отряд по борьбе с вандализмом имеет своих информаторов в каждой из этих банд. Эту заразу необходимо искоренить. Немедленно. Черт! Тикит! Это ты? Привет, сынок. Что рисуешь? Трей, слышь, чувак, как ты делаешь тени и добиваешься такого цвета? Следи за давлением. Пойми, одними хлопами не отделаешься. Нужно развиваться, придумать свой шрифт, забомбить большую картинку. Да, понемногу. Показать свои навыки. Если для тебя важно искусство, делай что-то серьезное. Но помни, чем больше цвета и деталей, тем больше времени требуется. Молодец, Трей. Говорят, ты их просто урыл. Целый вагон? Сверху донизу? Черт, у меня даже слов нет. Сунг-черевовещатель? Что за бред? Да, ясно. Спасибо, блин. Что за черт? Это территория вандалов, Декой. Ты видишь это? Спокойно, Гейб. Он со мной. Твою мать! Он меня не уважает! Я? Ах, ты урод! Как же ты меня достал! Ты портишь все мои рисунки! Ты и твоя команда, я видел ваши трафареты! Трафареты? О чем ты? Лживая тварь! Эй, хотите попадаться, ребята? Это можно. Давайте разберемся раз и навсегда. В туннеле. Пусть весь город видит. Я в лосте. And I presume if he doom designated to anyone who state a word against me. I serve an MC you put like my foot's up your anus, you're shameless. Trying to get a choose a loose. White wind, but you start writing and stop fighting. No time for that. I'll be away from vocals in your headphones. I'm voting like you're the answer. Help knowledge and abolish all the way. Hieroglyphics and no respect. Это ССК! Беги! Это ССК! И отряд вандалов? Чёрт! Они убьют его! Уже поздно, мы ничего не сможем сделать! Пошли! Увидимся в парке развлечений у старого пирса! До встречи! Хороша канализация Нью-Радиуса, так это тем, что она соединяет весь город. Сколько ребят из команды смогли удрать от ССК? А сколько разделили участь креатива? Мне предстояло найти Гейба в заброшенном парке развлечений, от которого у меня мурашки шли по коже. Торопись.
тете Беттели, как ее называют, сумасшедшая бомжиха. Она с самого начала следила за нами, работая под прикрытием. Если тебя кто-то задушит, это буду я. А он не шутит. О, какие люди, обожаю групповушку. Давай, иди к мамочке. Она еще большая тварь, чем ты, Трей. Нет, я разозлюсь и воткну тебе большой толк. Маркер, насадки. Нас подставили. Они все знали. Мы клюнули на приманку. Черт! Мы же сами всех прессуем. Никто не помешает им остановить нас. Всем просто наплевать. Если они разожгут войну между нами, все, больше никаких бычек. Без сомнений, придется самим выпутываться. Видел, что произошло с Кри. Нам это не нужно. Пора собирать народ. Вот больная тварь. Продолжаются рейды против уличных художников в различных районах Нью-Радиуса. ССК предъявляют претензии из-за неоправданного насилия. Завтра шеф Хант проведет пресс-конференцию в здании компании «Трамнет», на которой поведает всем о новых планах по борьбе с вандализмом, входящих в программу мэра Сунга «Новая жизнь, новый город». Избавление от этих негодяев даст зеленый свет программе «Мэра Новая жизнь, новый город». Кто же откажется жить в красивом городе, которым можно гордиться? Шеф Хант прилетит на вечер в здание «Трамнет» на одном из новых вертолетов, входящих в состав новейшего парка техники, о котором рассказано на пресс-конференции. Будем ждать с нетерпением. Далее Мэнли расскажет о скорости. Нам нужно кабельное. Пошли! Забомбим что-нибудь! Это что за извращение? Вам лишь бы кого-нибудь наказать. Йоу, вот спецпасты для рисования по стеклу. Нужно добраться до здания Трамнет и вертушки Ханта. Там будет много стекла. Что значит мы? Трейн отделал эту птичку, как индейку на Рождество. Или как Хант отделал тебя. Ха! Круто! Я уже чувствую запах краски. Идиотизм. Андрей из команда. Очень крутая. Спокойно. Должен признать, твой стиль улучшился. Чуть-чуть грубовато, но индивидуально. Знаешь, при помощи клея, плакатов и резинового валика можно быстро стать лучшим новым рекламным агентством в городе. Ты находишь самые необычные точки. Расскажи, как? Правда? Отлично.
видишь тот рекламный щит? Вот все, что тебе может понадобиться. Кстати, он находится прямо под носом рабочих, так что аккуратнее. Как дела, Нью-Радиус? Следуй за мной. Я умею находить отличные точки. Внимание! Говорит СФК! Стойте! Вы арестованы! А, черт! Вот и проблемы! Теперь не уйдешь! Ты мне заплатишь, уроды! Пошло! Больше гоняться нет! Порол рисунки на автостраде. На, вы все из команды городских убийц? Мы городские убийцы, а я Стейк. Это Кула, по прозвищу Беспощадный. Мы любим полетать, оттянуться. Ну ты понял? Господи, ты слышал? Автострады — наша территория. Рисуем помаленьку всякие разности. Детишкам на потеху. Дикой сказал, что мы найдем вас тут. Дикой? А ты, значит, Трейн. Хитрый черт, слава тебе уже поползла конкретно. Увидите, какое послание напишу для ССК на самом козырном месте. Йоу, спокойней. Не надо ворошить осиное гнездо. Да ладно, Стейн, я круче человека-невидимки. Найти путь отсюда. Ладно, давайте встретимся на вершине Северной башни. Если бы неделю назад мне сказали, что я буду на пару с этим парнем бомбить вышку под самым носом у ССК, я бы только рассмеялся ему в лицо. Thank you.
Черт, я и не думал, что у тебя получится. The guy roll me for 9 whole weeks. That's all I eat. At 35, I'ma die. All that green produces all that I was vegetarian in the way I ate all day. I know my time is coming. I'll never cut the ugly. Должно быть Трейн? Может быть. Я тебя знаю. Карен Лайт. Та, что из телека. Эй, ну убери свою чертову камеру. Мы пришли снять репортаж о том, какой молодец шеф Хант и как славно он борется с такими. Никто не рассказывает о происходящем с вашей точки зрения, поэтому я здесь. И что? Я хочу узнать побольше о граффити, направленных против компании Мэра Сунга. Его лицо с цифрами внизу. Что они означают? 906, кажется. Без понятия. Это не мы. Но если дадите эфирное время, может, что-нибудь придумаем. Идет. Вот моя визитка. Звонок бесплатный. Правило одно. Никаких лиц. Мы должны делать что угодно, чтобы защититься. ССК охотятся за нами, как за убийцами. Но мы же никого не трогаем. Если это так, почему мэр хочет извести всех граффити-художников? Однажды люди поумнеют и поймут, что Сунг и его ССК – банда мошенников и преступников. Они пытаются посеять между нами вражду. Но мы свободны, мистер мэр! Свободны! Вандалы рулят! Это наш город. Кто следующий? Может, вы, мисс Лайт? Окей. Итак, смотрите наш спецвыпуск. Да. Граффити, уличное искусство или обыкновенный вандализм. С вами Карен Лайт, канал ННР. Тихо. Иди сюда. Что такое? Где? Башка трещит. Черт. Декой, пожалуйста, скажи. Скажи, что это не твоя работа. Бабуля не говорила тебе, от чего умер отец, а? Что? Ты знал моего отца? Мы с ним вместе на улицах росли, парень. Это была игра на выживание. В те годы трудно было не вляпаться в какую-нибудь дерьмовую историю. Чем только не приходилось заниматься, чтобы вам с бабушкой было что поесть. Но за это ему пришлось поплатиться. Так всегда бывает. Там, в тюрьме, мы с ними познакомились. В тюрьме? Так он умер за решеткой? Нет, при побеге. Мне удалось подстроить для него возможность сбежать. Такой шанс выпадает раз в 100 лет. Нужно было ставить на карту все, и твой отец не смог отказаться. У Сунга есть много темных секретов, и со временем вскроется еще больше. Хотя пока я не могу... Что не можешь? Не могу ничего доказать, поэтому и занимаюсь всем этим. Хочу маячить у него перед глазами. Одними словами, никакого толку не добьешься. Понимаешь? Они знают, что я знаю. Зато не знают, где меня искать. Одним словом, играем в кошки-мышки, если меня найдут. Живым не выйду. Да ладно.
Ты даже не представляешь, насколько у Сунга рыльца в пушку. Думаешь, он затеял свою компанию, чтобы убрать граффити со стен? Нет, его цель — манипуляция общественным сознанием. Да перестань ты! Мы на свободе, мистер мэр. Зачем надо было и дальше дразнить льва после провала в новостях? Даже если тебе скрыли лицо, это не значит, что тебя не могут найти. По-моему, ты перегибаешь палку. Перегибаю? Представь, если бы тебя нашел не я, а они. И если бы им удалось тебя разговорить. Скорее всего, на тебя уже есть досье в штабе ССК. И на Гейба тоже. Какое досье? Хорош грузить. Сомневаешься? Проверь сам. И проверю. Хочешь подняться? А? Хочешь, чтобы тебя знал город? Хочешь славы? Что ж, теперь ты в ней по самые уши. Попробуй выбраться. Хватит меня подкалывать. Отец твой в могиле перевернулся бы, если бы узнал. Новая жизнь, новый город по-прежнему осуществляется, несмотря на... Да, малыш, мы знаменитые! 6 раз типа показали! Что ты умеешь, чувак? Чувак, я кое-что обнаружил в логове Декоя. Ты врешь. Никто не знает, где он живет. Он столько всего порассказал насчет Сунга и ССК. У них есть досье на меня. И на тебя, чувак. Бред. Он просто сумасшедший старик. Вечно бормочет какую-то ерунду. Серьезно, Гейб? Это он бомбит рисунки цифрами 906. По-моему, он просто спятил. Черт, Декой. Йоу, это он? Идем со мной в штаб ССК, проверим сами. Хорошо, остался один вопрос. Где логово Декоя? Расскажи. Слышь, поклянись своей жизнью, что не можешь ничего сказать. Поклянись. Мы договорились. Но мне стоило подумать дважды. Мне слишком хотелось верить, что Декой был прав. Если в штабе ССК действительно есть досье на нас, я их найду, хоть Гейб и не верит мне. Эй, я поищу путь наверх. Надо найти путь отсюда. Давай, впускай меня. Стоит ли тебе со мной связываться? Понял. Я не крыса, твою мать! Посмотрим. Эй, отвали, блин! И вообще... Тебя ждет. Какого ты здесь делаешь? Рисую, что ж еще? Я говорил тебе никого не приводить сюда. Что эй, за нахрен? Скоро все будет еще жестче. Я собираюсь забомбить вертолеты на крыше. Чувак, ты играешь с огнем, честно, от тебя пора очнуться. Тш, давай, иди туда и не оглядывайся. Черт! Декой был прав?
Говорят, что правда помогает освободиться. Освободиться? Никогда не любил такие клише. Пришла пора найти Гейба. С этого момента все будет по-другому. Ты с ума сошел? Дверь была не заперта? Нашел что-нибудь? Нашел что-нибудь? Я слишком занят украшением этого места. Давай, поищи как следует. Черт, Гейб, это не смешно. Дикой был прав. И эти рисунки с 906. У него что-то есть на сумке. Я займусь вертушкой Ханта. Ты со мной? Нет, давай разделимся. Встретимся у школы. В порядке? Он не отвечает на звонки. Он собирался идти на игру. Экстренный выпуск. Сегодня утром произошло возгорание в жилом комплексе Janet Public Housing на бульваре Денстром в южной части города. Трейн, это же твой район? Версия – поджог. В настоящий момент разыскиваются члены команды уличных художников «Свободные». Их предводителем является некий Трейн. По что? Сообщению это следователей ССК, пожар возник в результате воспламенения краски из баллончиков. Это ранее в моем репортаже был показан чувак. Сюжет на эту тему. Что это было? Твою мать! Облава! Бежим! Бежим! Держи руку и не смей отпускать. Держи руку, черт возьми. Thank you.
Так, отлично. Отправьте это в студию. Прости, чувак. Я хотел засветить твои имя на стенах, а не на могильной плите. Прощай. Слушай, Трейн, к черту все это. Я выхожу из игры. Я тоже, Трейн. Да ладно. Неужели? На данный момент выписан ордер на арест Колтрейна Кроули по прозвищу Трейн, главы граффити-команды «Свободные». Трейн подозревается в поджоге жилого комплекса Дженнет Хаусинг. К ордеру также добавлено обвинение в убийстве шефа полиции Уилла Ханта. Камеры вертолетов канала ННР зафиксировали это происшествие. Гейб! Гейб! Почему ты не снимаешь трубку? Где же ты? Гейб! Йоу, Гейб! Да? Гейб, ну наконец-то! Где же ты был? Нигде. Я отдыхаю с теми. Братан, почему ты врешь? Я же рядом и вижу тебя! Черт, черт! Что за на... Ладно, мне пора. Черт! За мной гонится весь город! Куда собрался Гейб? Что происходит? Это же парень из новостей, тот, что сжег целый дом! Что? Это парень, который сжег жилой дом? Там жила моя мать. Мы немного передохнем, а потом надерем ему задницу. Что задумал Гейб? Почему он от меня скрывался? Надо было выяснить. Дальше молоть языком и забью тебя. Боишься высоты? Ты готов положить всему этому конец? Помоги мне, помоги! Чувак, она меня убила! Тебя тиранами выбора не было? Нет, после того, как отделали кабинет Ханта. Та больная сучка с пистолетом, она меня поймала. Нет, и еще раз нет. С ней были еще люди, но не из ССК. Такие, в черной форме. Они называли ее Шена. Она тебя спрашивала. Я в школе. Даже про Дико я спрашивала. Где он живет? Дикой? Дикой! Ах ты, чертов! Прости, у меня не было выбора. Отпусти меня. Отпусти! Дикой? Отпусти меня. Мы же команда. Она дала мне свой номер. Сукин, можем работать на нее. Ты для меня уже мертв. Круто. Трейн, хватит тормозить. Все именно так? Тебе конец, тварь. Очнись, чувак. Они придут за тобой. Уходи, пока есть возможность. Иначе пожалеешь. Готово? Yes. Да, любовь моя. Yes.
Трейн. Он хотел, чтобы это досталось тебе. Прости. Я вышел, когда Сунг был прокурором. Сунгу нужна была пешка. И твой отец пошел на это. Погоди. Хан, Сунг. Все они знали. Сунг стал мэром только благодаря твоему отцу. Он избавил его от конкурентов. По их приказу. Но не вздумай его винить. Не вздумай. У него просто не было выбора. 9 июня. В этот день убили твоего отца. Сунгу нужно было прикрыть себе задницу. Выдать все за районные разборки. Вроде глупой перестрелки. Нужно было все тщательно подстроить. Все обожали твоего отца. А я так облажался. Прости меня, если сможешь. Я знал, что это ты был в пул-ярде. Ты так на него похож, Трейн. Как две капли. Скорее всего, на тебя уже есть досье в штабе ССК. И на Гейба тоже. Ты ничего не скажешь, поклянись. Наверняка он стукачок. Сегодня я с радостью заявляю о победе над дикими вандалами, поганившими наш прекрасный город. ССК под моим чутким руководством очистила наше общество от этой заразы. Шеф Хант погиб не зря. Теперь наши граждане могут без страха гулять по улицам и наслаждаться чистым и сверкающим, как промытое стекло, городом. Возьми мою визитку. Звонок бесплатный. Слушаю. Готовитесь к встрече Нового года, мисс Лайт? Кто это? Это Колтрейн, Трейн из банды «Свободных», графичик. Черт, ты знаешь, что тебя ищут? Где тебя черти носят? 9.06. Уверен, это дата. И она как-то связана с моим отцом. Хочешь узнать больше? Встречаемся на мосту через час. Вызываю вертолет, и я буду с мистером 906. У него послание для мэра. Трейн, погоди минуту, алло! Идеальное место для самого большого граффити, которое мог бы увидеть наш город. И именно так становятся легендами. Карен Лайт. Мы ведем прямой репортаж с вертолета над мостом Нью-Радиуса. Как вы видите, мост был переименован в мост свободных неуловимым граффити-художником по имени Трейн. Эта выходка Трейна оказалась еще более дерзкой, чем предыдущая, а ее автор вновь на свободе. Направленные против мэра Сунга рисунки теперь можно встретить по всему городу. Трейн, их автор, за глаза прозванный бандитом 906, продолжает вести свою активную пропаганду. Можно лишь догадываться, чем объясняется такая ненависть к нынешней администрации города и почему именно 906.
Возможно, ответ знает мэр Сунг. В прямом эфире канала ННР с вами была Карен Лайт. Это был дирижабль телеканала ННР. Сунг находился на борту, готовился к пресс-конференции в прямом эфире этой летающей студии. Я должен был попасть на борт, пока дирижабль заправляли, иначе все усилия были бы потрачены зря. До всех нужно было подготовить для мэра новогоднее фиаско. Подмена листовок, запись обращений и праздничной растяжки – это было как раз то, что нужно. И сделал я это в память о Никое. Получи фонариком! Прощайте! Шедевр. Осталось подготовить его к трансляции. America. Damn, I said never. My mind's too short, my brain's too clever. We're dying over black gold, they harvest in the sand. Presidents living marvelous, they starving in Sudan. It's obvious we walk a blind path. Кажется, крыса клюнула на приманку. Давно пора отправить тебя туда же, куда и крысу Дикоя. Взять парни! All on them days, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Покажи, что умеешь. Тебе.
Как же я оказался в этой заварухе? Я всего лишь хотел подняться, засветить свое имя, рисовать. Всех с Новым годом! Леди и джентльмены, пожалуйста, по очереди. Я отвечу на все вопросы. Это всего лишь провокация. С Новым годом, жители Нью-Радиуса! С вами Карен Лайт. В результате событий прошлой ночи год начинается с поистине феноменальных перемен. Главная новость – заявление мэра Сунга о немедленной отставке. Как вы помните, 9 июня – день убийства прежнего мэра Брэндона Грея, значительно опережавшего окружного прокурора Сунга в предвыборной гонке. Также было заявлено о планах приостановки кампании «Новый город, новая жизнь». Скандально известный уличный художник Трейн, организатор вчерашней граффити-атаки, остается на свободе.